Мы все знаем, что чисто там, где не мусорят, а еще чище там, где не боятся убирать. Мы регулярно следим за чистотой в наших домах. Но наш дом – это не только квартиры, где мы живем и регулярно следим за чистотой, но и территории, которые его окружают. А что может быть важнее чистоты детской площадки, где каждый день играют наши дети? Если каждый из нас хотя бы раз помоет детскую площадку в своем городе и передаст эстафету, только представьте, какими чистыми станут детские площадки по всей стране. Давайте проверим правила 6 рукопожатий. Давайте не будем равнодушными, и тогда на детских площадках будет чисто, красиво и безопасно, как дома. Лично мы за, а вы? Тогда поддержите нас и принимайте эстафету.